Со 2 октября начнется пуск тепла в многоквартирные дома. Соответствующее постановление 28 сентября подписал временно исполняющий полномочия главы города Сергей Золкин. Управляющим компаниям поручили предоставить в мэрию списки ответственных за пуск тепла и оперативно сообщать о любых внештатных ситуациях напрямую в мэрию. Также с начала отопительного периода будет работать горячая линия по проблемам теплоснабжения. Звонить можно в рабочие дни с 8:30 до 17:30. Телефоны для связи вы можете видеть на экране: 59-45-64, 59-46-97, 59-46-40 и 59-46-15. Также жители города могут оставить голосовое сообщение на автоответчик по телефону 26-25-42. В вечернее время и в выходные дни жители могут обращаться по телефонам единой дежурно-диспетчерской службы 32-41-43.